Дорогу перед домом 15А автолюбители используют в качестве дублера улицы Шверника, чтобы объехать светофор на перекрестке. По словам жителей, водители даже не сбавляют скорость, проезжая через их двор. Беспокоясь за жизнь и здоровье детей, жильцы дома обратились в администрацию с просьбой установить дорожный знак, который ограничит на этом участке движение автотранспорта. Чтобы движение машин было ограничено в одну сторону. Потому что здесь невозможно уже. Гоняют машины со всех сторон. Водители не притормаживают. Детей много. Идут из яслей, из садов. Были случаи, что дети могли оказаться под машиной. Уже были случаи такие. Перед домом нет тротуара. И, выйдя из подъезда, ребенок сразу оказывается на проезжей части. Отправляясь на прогулку, родители и бабушки глаз не спускают со своих детей. Заигравшись, они могут выбежать на дорогу и попасть под колеса машины. Если уж они не могут, как они нам дают ответ, не могут они поставить этот знак, надо, говорит, у всех домов, сделайте, полицейские, сделайте, 3-4 делайте, ставьте, пускай прыгают. И что это такое? Гонят не только наши жильцы, со всех сторон гонят машины, не притормаживая. В ближайшие дни в администрации состоится заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Одним из пунктов повестки будет рассмотрение вопроса об установке знака ограничения движения по адресу улицы Шверника, дом 15А. О том, как власти решат проблему жителей и какое решение примут, расскажем в ближайших выпусках новостей. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.